Волгу, сланчик. Наконец-то, лето нормально, ничего. Кого? Смотрите, а кого смотрите? Все нормально. Давай На вещи. Затаскивай, пусть иди. Только не кидай там это, я тоже себе сейчас засниму, на. Давай. Ну, наконец-то, кинет, да? Все здорово, так, здесь маленькую, скинь сейчас, здесь маленькую сумочку, а продать, дай там. Подожди, Лусь, обрадуй тебя там, Лусь, сакошек, что у тебя... Да, Лусь, нет, мать сказала. А, да это... Прикиньте. Ну, пожалуйста. Алло, мы же возле ворот будем сниматься. Ничего, давай. Давай, Ширик. Ну, я уже все, я уже знаю. А чем фото-то, видео ставь? Ну, видео. Все. Так, еще подальше. А потом уже с матерью, может быть, вообще язык уже найдете. Все, поехали. Хотя бы по отдельности. Все, сюда, все, вот, конечно, тебя видно. У меня Ширик, он достает вот. Негативы, конечно. Все. Да. Да, все, давайте не будем, все, я сейчас засниму. А тебя в кадре, я не знаю, надо, нет? Нет. Так, хорошо. Поехали. Здравствуйте всем, привет всем, ребята, дамы и господа, мы с Катей, Катенька, Катюша теперь вместе, вместе отдельно, да, да, вместе. Я Лялька, кстати, переезжает к нам. И, кстати, потом компьютер заберем, если куда, там, как квартира, там достаточно? Да, сейчас пока послушаем. Вопросы-то небольшие, а почему ты вчера просто не вышел спокойно, не забрал, не отдал спокойно на вечер, без кипиша, без ничего, почему так-то? Потому что вещи надо было все равно забрать. А ты все-таки маму слушал, да? Нет. Все нормально. Я сейчас вот, и потом успокою, я, потом как найдем пойду. Это, так и компьютер вчера, потом. Вчера остальное, компьютер такой по заказу был, да? Ну, я не знаю. Вот, и так что знаю. Все, главное, мы вместе теперь. Вот и все. Я... Ты не говорите, что это наконец-то, наконец-то он избавился от материной. Не, я звонить буду. Я звонить буду. Он от серого типа избавился. Я звонить буду. Вообще, котенок. А Катя? Я вырос, Катя, ты хоть счастлива, нет? Да, конечно. Вообще? Хорошо, да. Ты прикинь, вчера какой кипиш был. Да, из-за чего? Из-за чего? Ёлки-палки, из-за чего? Здравствуйте всем подписчикам ТикТока. Здравствуйте всем представителям ТикТока. Матя, да, да, мы теперь, у каждого своя роль была вообще. У каждого своя роль главное, была. Главное, что никто Руслана не держит. Да. Он же всегда может выбор сам сделать. Нет, я же за мать не бросаю. Я могу звонить, приезжать, ходить. Если он уезжает отдельно, это же не значит, что это предательство, правильно? Нет, конечно. Здоровый мужик уже сам по себе живет. Нормально все будет. Понравится, А я будет на нашей кровати кувыркаться. А с Викой, бля. С ребятишкой, Лиза? С подругой кувыркаться буду. А с Викой маленькой, с Викой. Вика. А что, здесь она? Ну, она сейчас приедет. А? Полдежи, который работал, да, Руслан? Да. Она здесь? Она да. Сейчас приедет. Ага, вот, да, понятно. Ну все, мир вам да любовь, Роднулькина. Да. Я только домой вот так, да, Руслан, ты не подумай то, что я его переговорил. А я все это знаю, и самое интересное, Катя, скажи, пожалуйста, кто подошел первый, когда ты плакал в этом, на студии? Олег. Ну, мне тебе жалко стало? Да. Или от тебя клеился, скажи? Нет, конечно. Нет, а прикинь, конечно, я клеился к тебе вообще. Кто уже сказал? Мать сказала. Нет, про Гришу говорили тоже. Ну, не это же бред, согласись, Саня. Я даже из Шатуры, подожди, я расскажу. Ну, я секунду расскажу. Я даже из Шатуры, когда мы поехали в Шатуру. В гостиницу. Я поехала от них, от Сани, Гриша, в гостиницу. Я сняла номер, жила отдельно. Да, это я даже знаю, не ночевала. Да, я доверяла. Понятно, я спала на отдельной кровати. Мне присылали, что она у Гриши сосет, сказали. Да ты! Это бред! А я говорю, вы что, я доверяю, вы что такое? Прикинь. Они могут хоть что написать. Нет, я говорю, вы что, смеетесь? Они дуры. Просто. Знаете, сколько сообщений? 10-15. А я немного чего могут написать. Что там кувыркаются в городах. На заборе хуй написано, а это забор, блин. Вова, Саня порешал, короче. Так. Оля, вынеси, пожалуйста, вот эту водичку. Но, пожалуйста. Оля, жить? Сгорело. Так что, елки-палки, сказать, все зашибись, все нормально. Да нет. Все чики-мони, мони-чики. Чики-мони, только не укладывай больше про них ничего, ладно? Про кого? Про них? Нет, я про себя укладываю. Нет, все. А так они сегодня все спинули, здравствуйте всем, привет всем, ребята, дамы и господа, мы теперь переезжаем. Я наброшу, снимаю, как ты снимаешь, давай. Вот, короче, так, Руслан, иди сюда, я тебе покажу.
Все, мы сейчас поедем жить отдельно, наконец-то. Саня и Олег. Все, здесь и здесь. Не, ну Саня и Олег тоже вместе жить не могут. Встретим. Конечно. Все, парочка вместе. Гусь да гагарочка вместе. Сладкая парочка Твикс. Иди сюда. Да, иди. А, ой, ты секрет задела. Саня, вы передаем Грише привет. Гриша, мы так Гриша. Вот ребятки. Да, да. Вот видите, вот мы 7 месяцев. Все нормально. Пока. А, подожди. А сумку я свою по не забыл? Красоте. Вот эту широкую. Большая. Большая. Широкая? Ну. Ну, обычно вот.